Продолжаем работу. Слово для доклада предоставляется Ирею отцу Рустику, нашему окормляющему окружного казачьего священнику. Полноценная церковная жизнь родителей как главный элемент православного воспитания казачьей молодежи. Как говорится, хочешь дело начинать, начинай с себя. Спасибо, Господи, за предоставленное слово. Честные отцы, господа атаманы, казаки, участники нашего семинара, я рад приветствовать вас в этом зале. Решить поблагодарить вас за оказанную возможность выступить с докладами управляющим казачеством священникам, тем более на такую очень важную тему, как воспитание нашей молодежи. Эти доклады приурочены к рождественским чтениям, которые ежегодно проводит Русская Православная Церковь по всем епархиям, в том числе и, конечно, в нашей епархии. Название, как уже было сказано в моем докладе, это «Полноценная церковная жизнь родителей как главный элемент православного воспитания казачьей молодежи». Наш посыл, конечно, направлен людям, которые считают себя православными, людям крещенным, верующим. Я, конечно, не зря выбрал именно эту тему, ибо сам считаю себя человеком, конечно, верующим, православным христианином и священником. И просто не вижу другого адекватного пути, и ниже объясню почему. Тем более этот вопрос наболевший и очень злободневный. Нам в церкви, священникам, часто приходится слышать жалобы приходящих в церковь людей на своих детей. Да, на детей своих жалуются. Они недоумевают, почему они росли такими. Им все дали, обеспечили, их воспитывали. День и ночь, как говорят, на них укорбатывались. И так далее, и так далее. Я иногда задаю им вопрос этим родителям. Но вот представьте, если бы ваш ребенок с самой колыбели видел горящую вам папку возле иконы, видел молящуюся маму, если бы он от отца никогда бы не слышал ни матов, ни ругательств, ибо отец уважает своих детей, свою мать, свою жену, а в семье царили бы любовь, радость, никогда бы не было пьяных раздражений, ненависти, осуждений, пустословий, а в семье царила бы благодать Божия. Короче, если бы ваша семья была с самого начала церковной и православной, ваш бы ребенок стал таким? Этот вопрос иногда вызывает странную реакцию у родителей, иногда просто шок. Ибо люди вообще не привыкли причину всех бед искать в самом себе. Как правило, мы ищем причину во внешних обстоятельствах, а не в себе. А причина-то именно у нас. Дети с нами связаны настолько плотно, что мы даже не подозреваем, насколько. Вот в педагогике есть такой закон. Отец Петр у нас является педагогом образования. Он не даст мне сказать неправду. Бесполезно воспитывать детей, они все равно будут такими, как вы. А если от себя добавлю, они зачастую хуже становятся у нас. Вообще, если мы проследим историю человечества, каждое новое поколение в каком-то мере нравственные отношения падает. Если, допустим, возьмем такой грех, как блуд, вот то, что было невозможно во времена наших отцов и матерей, сейчас стало нормой. Я говорю о том, что сейчас парень и девушка может жить, допустим, без всяких обязательств друг с другом, как муж и жена. Ну, называют его блудом. В времена наших отцов и матерей, даже если это и случалось, то это осуждалось среди общества. А то, что было невозможно во времена наших уже бабушек и дедушек, стало нормой во времена наших отцов и матерей. Я говорю о том, что развод стал нормой. Наши бабушки и дедушки не разводились. Они жили друг с другом, терпели, учились милосердию друг к другу. Они жалели друг друга. И действительно, дети, они очень сильно связаны со своими родителями. И даже если ребенок воспитывается не своими родителями, а другими, мы замечаем очень страшные вещи. Вот у нас многие священнические семьи берут к себе детей из детдомов. Вот ребенок воспитывается в священнической семье с самого начала, то есть с двухлетним, трехлетним возрастом. Чему плохому может научить священник ребенка? Но потом мы замечаем, что вдруг этот ребенок очень склонен, допустим, к воровству. Вот кто был его отец, как вы думаете, родной? Он был, скорее всего, вором.
И вот эта мистическая связь между отцом и сыном, она сохранилась. И ребенок, он эту предрасположенность к греху в себе сохранил. По церковному учению в нас с самого рождения заложена испорченная природа, как следствие падения Бога от Бога наших родителей Адама и Евы. Мы и так имеем тяжелейшее состояние саморождения. И это состояние усугубляется, накапливается еще и нашими индивидуальными грехами, которые в виде предрасположения передаются от отца к сыну, от матери к дочери своей. Наша ответственность за свое личное нравственное состояние огромна, ибо мы портим не только себя, но и наших детей, внуков. Мы не абсолютно автономные единицы, очень связаны друг с другом, и особенно родственники. Но почему именно церковь способна прекратить этот губительный путь? Вот давайте представим и подумаем, какими критериями в миру, то есть вне церкви, руководствуются родители при воспитании своих детей. Как они им объясняют, что такое хорошо, что такое плохо, что есть зло, а что есть добро? На кого они ориентируются, эти родители? А вообще, адекватен ли человек в этом вопросе до самого конца? Есть ли в нашем обществе такой абсолютный нравственный критерий, который бы касался всех жизненных ситуаций? Речь идет не о внешнем поведении нашем, которое следует такие науки, как этика, эстетика, такие ограничительные институты, как закон, уголовный кодекс и так далее. Речь идет о нашем нравственном внутреннем состоянии. Ведь известно, что люди очень разнятся в своих взглядах на жизнь. Одни считают, допустим, что сквернословие – это мерзость. Другие матерятся, ругаются, дома, на работе, везде. Одни считают, что нельзя говорить плохо о людях, осуждать или обсуждать их. Другие считают, что мерзавцы достойны осуждения. Вот они, во-первых, уже их осудили, как мерзавцы, а во-вторых, они их осуждают. Одни считают, что не надо отвечать злом на зло. Другие, наоборот, надо обязательно воздать по заслугам и так далее. Одни считают, что целомудрие – это добродетель. Другие не видят ничего зазорного в том, чтобы сходить налево, изменить своему мужу, своей жене. Этот список противоречий можно, между людьми можно продолжать очень долго. В результате мы получаем вот в нашем обществе демократическом, по сути иногда и либеральном, очень разношерстное и конфликтное нравственное отношение общества. И абсолютно разные понятия об истине и правде у каждого человека. Так где же абсолютно нравственные критерии? Православные говорят, что это критерий Бог. Бог дал нравственные заповеди, которые являются абсолютным нравственным критерием, потому что Бог – это и есть истина. Эта истина записана в книге, называемой Библией. Там описана вся история взаимоотношений человека и Бога. А в Евангелии описана история жизни земной, воплотившего Сына Божия, который стал человеком, и нам на человеческом языке объяснил, что же есть зло, а что же есть добро. Евангелие, которое должен знать узор каждый православный христианин, является нашим единственным жизненным ориентиром. Слово Божие – это единственное правильное руководство для нашего нравственного поведения, нашего состояния души. А способен ли человек только своими усилиями жить по евангельской заповеди, если только он захотел это сделать? Хватит ли сил нас нравственных любить своих врагов, делать добро обижающим нас, молиться за оскорбляющих нас, у отбирающих нас верхнюю одежду дать последнюю рубаху, ударившую по правой щеке поставить левую. Всех прощать, всех жалеть, всех оправдывать, за всех молиться, всех любить. Хватит ли сил быть абсолютно смиренными, кроткими, милосердными, преданными. Таких нравственных сил у нас, братья и сестры, просто нет. Мало того, эти заповеди христианские абсолютным большинством человечества считаются безумными. Их просто не понимают. Таких заповедей ни в светском обществе, да и в другой религии нет просто. Потому что православие создано самим Богом. Оно не от мира сего. Эти заповеди, они сверхъестественные. И чтобы их выполнять, нужна сверхъестественная сила, сила Божия. Эту силу мы называем благодатью, которая присутствует в Святой Церкви, которая не спосылается человеку во время его молитвы на общение с Богом, в церковных таинствах, в изучении Слова Божьего. Это называется полноценной церковной жизнью. Благодать очищает человека от его страстного состояния. Он совершенно по-другому смотрит на жизнь, на людей. Он становится совершенно другим. Он становится человеком не от мира сего. Хорошо или это плохо?
Но если человек считает себя православным, верующим, то он должен доверять Богу. А Бог говорит, что мы должны быть не от мира сего. Мы должны не от него отличаться в нравственном состоянии, что мир даже должен гнать нас за то, что мы христиане. Нравится нам это или не нравится, но это единственный путь. Главный фактор воспитания детей – это собственный пример. Апостол Павел говорит: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Особенно близкие люди – жена, муж, дети, родители. Нравственный пример истинно христианской жизни является сильнейшим воздействием на окружающих людей, ибо поведение христиан не вписывается в логику этого падшего мира. В древние времена даже палачи, которые мучили и казнили христиан, видя их невероятное, совершенно непостижимое поведение, сами крестились кровью их и принимали смерть за Христа. Здесь же, на этом же месте, мы не видим другого пути, только жизнь со Христом может дать нам возможность воспитать наших детей так, как надо. И в процессе воспитания участвуем не только мы, но с нашего согласия, по нашей вере, с нашими детьми работает сам Христос. Мы Ему доверяем наших чад. Дорогие казаки, лишь истинное смирение и истинная любовь дают настоящую силу, в том числе и ратную. А церковь, которая заключается в таинстве, эти таинства должен принимать каждый православный христианин, исповедовать свои грехи, очищаться в таинстве покаяния. Это причастие к телу крови Христовой. Это молитва. Православный христианин – это молитвенник. Он молится всегда и везде. В соборной молитве, на богослужениях, дома, изучение Священного Писания, изучение святых творений святых отцов. Это все совершенно необходимо. Будем сами это делать, будет очень хороший шанс, что и дети наши будут такими же. А значит, они избегут очень многих проблем в этой земной жизни. А самое главное – спасутся для жизни вечной.